1982 году появился на свет футбольный клуб «Дунаец-82». Дату своего создания футболисты клуба запечатлели в названии команды. Время летит, 30 лет пронеслись как один день. Славная команда встречала на своем пути много побед и поражений, но всегда чувства локтя и непроходящий оптимизм были теми самыми путеводными звездами, что освещают путь состоявшимся спортивным коллективом. А в том, что «Дунаец-82» состоялся, никто и не сомневается. В очередной раз это показали матчу между четырьмя сильными командами – «Дунаец-82», «Бриз-ветераны» из Измаила и сборные команды «Рене» и «Килии». Сначала играли юбиляры с килийцами. Никто не хотел сдаваться, упрямству игроков по-хорошему можно было позавидовать. 0-0 – таким был результат игры. Пришлось прибегнуть к пенальти, и все же юбиляры выиграли со счетом 3-4. Во второй игре схлестнулись в жесткой борьбе «Бриз-ветераны» с «Ренийцами». Счет игры 1-0 в пользу нашей команды. Затем «Ренийцы» и «Килийцы» разыграли матч за третье и четвертое место. 3-1 выиграла команда из Килии. И вот наступил апогей юбилейных соревнований. За первое и второе место сразились бризовцы и юбиляры. Как ни прискорбно сообщать об этом, но «Дунаец-82», несмотря на праздничный и одновременно боевой настрой, проиграл команде «Бриз-ветераны» со счетом 3-0. И тем не менее, виновники торжества все равно победили бы, если бы имела место номинация «Слаженность и командная консолидация». Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».